Я вижу свет. Чё-то кислородик-то заканчивается, блин. Заканчивается. Ух ты, блин. А там сейчас врагов. Нет? Почему никого нет? The radiation, тут-тут-тут-тум, the radiation. Ой, нет. Прыжковый уровень с этими, это он или нет? С этими ублюдками, летающими очколупами, блин, как их еще назвать, блин. Фу-фу-фу, не помню, оно это или не оно, там еще с платформы на платформу прыгать, блин. По-моему, это оно. Ну, по крайней мере, похоже. Ты еще вылезь тут где-нибудь. Да, блин, сука, это оно. Где эти летающие очкуны? А явнычки, а явнычки. Закрыто, ты ж слышишь, блин? Да. Как можно было промахнуться? Ammunition depleted. Можно было, типа, круто вот так схватить, у него так кинуть, потом бах, подорвать. Ой. Можно. А потом на самом верху прыг. Ребята, а вам не кажется, что тут у нас проблем и так хватает? Ёпта. Ammunition depleted, блин. Перестали наводиться, знаешь, гаплык. Блин. Только их тут и не хватает. Кажется, дурочка немного взорвало. Туда, да?
Круто. Застрять только осталось тут. Оп-оп-оп-оп-оп. Ну, это не оно, но будет еще прыжковая с платформами. Похожая хрень. Лестница и... И дверь. Вот в чем вопрос. Туда могу, и сюда могу. Прям выбор капец, нереальный. Тут вообще тупик. А вот они, мои хорошенькие, эти порнушечки, блин. То телепорт, для тех, кто не знает. Чё? Не работает? Вот туда надо добраться и прыгнуть. Кто бы мог догадаться? Что туда надо прыгнуть? А, понял. Сейчас же приду, голову оторву. Блин, там такое, там такое. Там такое. Капец, базука навелась на этот самый. Навелась на его выстрел. Бывает. Хотя, по идее, как она могла, наводка же не была включена. Ну, может и быть. Что там вякнул, со мной пойдешь? Lead the way, sir. Во! Жертва. Sorry, doc. Пошли, жертва. А чё, к порталу дорога закрыта? Обидно. А ты, я вижу, живучий. Как можно было промахнуться? Только мне известно. Да, жертва, конечно. Ну, мне вообще в портал, но я не знаю, что-то я иду не в портал. И туда можно, и сюда можно. Вот, вот то говно, о чем я говорил. А-та-та-та-та-та, ну что, погнали. Кто бы догадался, что это портал, а это тоже портал или нет? И это портал, и зелененький портал, и эти портал. Еще один портал, а ну куда этот ведет? Нет, это не портал, а зелененький это место выхода. Окей. Чуть не угадал я с этим самым, блин. Сейчас мы еще там попрыгаем. Обязательно, обязательно. А это типа тут бы я тест провел. Так. В этот заходим, с этого выходим. А еще, по идее, враг должен появиться. Помню, вот так если попрыгать, а там раз, и враг перед тобой стоит.
Не? Назад не работает, да? Ну, то есть, да, типа мы тут потренировались, типа. Колян танцует лучше всех. А где это мы, блин? Holy shit. Ты шматри, Ника. Осталось тут где-то застрять в текстурах, и будет все идеально. Оп-оп-оп, оп-оп-оп, оп-оп-оп-оп-оп. Непонятно. Непонятно, как туда попасть. Ладно. Жизнь имеет так порядок. Эх, бро, не дошел туда экспериментов. Вау, лесенка, лесенка, лесенка. Там, короче, суть такая. Наверх, 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 миллиард раз наверх. Это тут ученый был. Такой вредный, приказы мне отдавал. Мудак. Ну, щит побери. Так, эта платформа зелененькая. Смотрим, смотрим, смотрим. Опа, прыгаем. Так, а где следующая зелененькая это будет? Вот то, что ли? Как я узнаю, какая следующая зелененькая, блин, ну ладно. На, вот, вот та следующая зелененькая, понял. А как увидеть, проезжает там что-то или нет? А, я с другой стороны. Понял. Не присел. Вон там зелененькая. Погодите, где там присесть-то надо было? Где-то больно бьешься головой. Где-то больно бьешься головой. Нет, не здесь. Странно. Так, зелененькая та, которая наверху, да? Зелененькая та, которая наверху. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Где надо выйти, чтобы я ее мог видеть? Ага, вот здесь. Фига, ниже портал, не портал. Заходим. Че тут прогибаемся? Опа, так, где следующая? Так, следующая зелененькая. Где, 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 где? Фиг его знает, где, не вижу. Ага, вот то. Что это там такое? Бластеры? Так, следующая зелененькая. Надо где-то выйти, надо где-то припарковаться. Выходим здесь. Сука! Это такой радостный уровень был. Воу-в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 оу. Мне понравилось, но не очень. М-м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 -
6 говно, 0.4. Мне надо портал 0.4. Вон зелененький, так. Теоретически. Теоретически. Что там за турели были, блин? Так. Что это такое? Что это за... 0.9, а мне куда надо? 0.8, фига себе. А можно тут постоять как-то? Тра-та-та-та-та-та-та, я хочу тут постоять. Ой, оно меня убьет, оно меня убьет, оно меня убьет. Где я? Портал 7. Так, а мне куда надо? 8. В какой мне из них надо? А, давайте по очереди. Портал 7. Фиг его знает.
Может быть, попал туда, куда надо. Может быть, не туда, куда надо. Ай, блин. Да, сука. Так, у меня уже руки вспотели, блин. Я готов прыгать, как козляра. Оп. Че, оно не открывается? Оп, я еще раз прыгнул. Оно, сука, все не открывается. Почему оно не открывается? Потому что, наверное, куда-то не туда пришел. А, мне в другую сторону вообще надо. Окей. Новый план. Хьюстон, у нас новый план. Вообще, мне туда попасть? Было бы офигенчиково, было бы... Сейчас меня кто-то убьет. Вот тупость. Сука, блядь, сука, я ненавижу. Оп. Распрыжка. А если там тупо присесть, убьет нахрен или нет? Пошли вон. И что это? Disengaged. Я рад, что с ним такое случилось. Покатаемся. Там трупак. А, disengaged, возможно, здесь где-то что-то открылось, но не факт. Но не факт. Вот, блин. Какие игры нынче сложные пошли. Где я, блин? Я не знаю, куда бежать, Тут я был. Открывайте это очко, и я туда ныряю. Вот ты ж, ёшкин кот. Би-би-би-би-би-би-би. Черт, сюда, не сюда, пофиг. Долбаная блек. Блек меса. Ух! Блин, час 58. Надо где-то тут заканчивать с этим делом. Та высо. Так, ну что такого выбрать такого крутого? Револьвер на дальнюю, дробаш на ближнюю. Нафиг эти лифты? Ой, только не нападайте. Да-да, помню, было такое. То есть вы хотите сказать, что там типа турелька? Типа злая-призлая. Круче. Оно еще и задвигается. Вы еще не так заврите? Тут даже эта штука осталась. Че, видишь меня? Ха-ха, херушки тебе, ничего ты мне не сможешь сделать. А куда идти-то? Ого, вы прикалываетесь? Я уже хотел их валить. Как удачно я сохранился-то, а?
Сейчас мне дадут кучу патронов и финал, да? Да, да, да. О, да, жопой чую. Сейчас придется много-много прыгать. Прям писец много. Как у вас тут все запутано, а? Не this way, Гордон, не пойду я в ту фигню. Или уже закончить игру. Там, правда, такой махач будет. Кам-кам-кам-кам-кам-кам-кам. Так, а вы мне оружие дадите? 100-100, я 100 из 100, та блин. Та блин, а может то были это, в Opposing Force ящики скользящие, блин. Right this way, Dr. Freeman. Что, ты хочешь сказать, что уже финал? What you see before you is the supply depot for our first survey team. Quite a few handsome specimens were collected from the border world and brought back this way. Before the survey members started being collected themselves, that is. У вас тут склад с оружием есть? Там я в курсе о портале. Вот тут портал или где? Я лоуд to say this, Gordon, but you must kill it. Yeah, you better kill it. То это? Of course, you owe us nothing, Dr. Freeman. But you've come this far. You know as much about these creatures as anyone. Да знаю, такое голова летающая, да, 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 да. Пустите, пустите, я его порву. Yes. So if you're willing, my colleague is waiting for you at the main portal controls. Dr. Steinman will open the gates for you. And don't let Hunter's brash attitude frighten you. Окей, окей, не позволю. He'll equip you with the proper armaments for the task ahead. Давайте, давайте оружие. Я согласен. Оружие мне, блин. Да, 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 да. Давай, стволы, 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 стволы. Чувак, там будет жесткий махач, надо все. Твоя личная коллекция? Ничего себе, ты извращенец. Все, блин, заряжаем, пушки заряжаем. Там сейчас такое месиво будет. Что тут еще можно зарядить-то? Клейморы, боюсь, мне не понадобится, бро. Нах ты ж, елки-палки, вот это у тебя тут крутяшно. Черт! Время 19:13. Через не сохраняемся, ребята. Как раз такой важный момент. Такой важный момент. Я понимаю, что возможно придется потом ту штуку приклеить к этому самому, и это уже финал. Но, блин, я не успею на работу. Значит, все. Всем вам всего самого наилучшего. Увидимся в новой части, я тут зарядился, ну просто по максимуму. И сейчас будет портал в мир Ксен, да, или Зен. И что можно еще сказать по этому поводу? И там, по идее, на... в зависимости от моей удачливости, от 5 до 10 минут я разберусь с ним. Но это мы уже увидим в следующей серии. И, возможно, я ее приклею к этой. Ладно, пока-пока. Привет, народ, с вами Фрост, добро пожаловать в Black Mesa. Вон идут солдатики, ух ты, там танчик, недавно мы их тут раздолбили всех тут в кизяк, значит нажимаем F7. И я не знаю, это будет склеечка или это будет новый ролик, все будет зависеть от того, как долго я буду тупить. И как быстро я пройду сложный момент. Доктор Фриман, so glad you made it. Я так рад, может я так рада. This is the long jump module. Его только сейчас дают? Только сейчас его дают? Я думал, он раньше у меня. I certainly hope you've received long jump training, because once you're in Zen, you will need it. Да.
сейв дальний. Ну, оно раньше было Shift Ctrl пробел, а сейчас у меня пальцев не хватает. Да, раньше была прям в игру встроена тренировка. И, по-моему, надо было жать Shift, ну, типа газовать. Не получается, но мы посмотрим, возможно... Возможно, по ходу дела я научусь. Короче, как видите, вооружили меня просто по самое, блин, не хочу. И пора идти в новый мир. Да. Надеюсь, оно сейчас заработает, так как нифига не пашет. А вы не помните, я там сохранялся, вот такую запись делал? Наверное, делал. Подпрыгнуть, чтобы меня вот это перемололо. И нету Фримена. Опа, загрузочка. Так, оружие дали просто капец. Будет нас ждать очень-очень-очень хардкорный жесткий уровень. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И тут будет много врагов, типа этих вортигонтов, только летающих и пуляющих. Очень много оружия. Hello, Freeman. I'm up here. Practice your long jump if you must, but hurry up. Потренируйся в длинном прыжке, если тебе нужно. Нужно? Я не пойму. Вообще не в дупляю, как его делать. Не, ну точнее, я-то знаю, как его делать. Ничего не поменялось. Я прям возле реактора. Не надо нам начинать. Потренируйся в длинном прыжке. Я не пойму, если честно. Ну это, по-моему, я самым обычным прыжком сделал. Да, это самый обычный прыжок. Может поставить как было, через Ctrl пробел? Блин, я не знаю. Я не знаю, что-то у меня не получается. Присесть и Space. Видно, что не работает, потому что новая полоска появилась, она по идее должна тратиться. А. Что-то. Можно пробелы, ой, можно C не нажимать. Ладно, блин, мать вашу, я готов. Зачем все-таки это C, если оно, по-моему, два раза пробил, жму и получается. Вот они. Так а что, прыгать в портал уже можно или еще рано? Я их из арбалета валил, что им только не делал. Ох ты, жизни мало как осталось. Ну, портал уже готов, или я не знаю.
сюда. Сучка. Займи позицию. Уже? Откуда я должен туда прыгнуть? А так просто по канае? Типа недолет. Типа... Да я не могу понять, как этот лонг джамп делается. Сейчас просто двойной этот самый. Просто два раза пробел. Что они там говорят? Не знаю, просто два раза. Don't enter the beam until I give the okay. Understood? I will begin. Чё? Скрин, что ли, сделать? Не вижу нифига. Может, их не надо валить? Блин, 5 хп. 5 хп. Семнадцать хп. Must go. Так. И типа Мирксен, который все еще идет бета-тестирование первых трех уровней из шести. На данный момент, когда Николай проходит. И скорее всего сейчас это конец. Пристановлено Фримен, причина... Ожидаются дополнительные данные. То есть, типа, блин, не доделали игру или чё? Так, ладно, не хочу смотреть это. Можно его как-то прервать? Да, это будет, наверное, склеечка. Можно его? Или кто его знает? Ладно, ребята, как вариант, можно установить режим бета в свойствах игры и пройти в бете недоделанные уровни. Ну, я такое не люблю. Я уже дождусь полноценного релиза и потом пройду вместе с вами мир Зен, да, ну или как я его привык называть, Ксен. Очень громкого лает музыка. Пора, наверное, это дело прервать. Что ж, спасибо вам за внимание. Увидимся, услышимся, когда игра релизнится. Делают ее трындец долго, как будто, блин, Half-Life 3. Но я надеюсь, у ребят все получится. Все. Пока-пока.